будем рассматривать. У нас нюдовый вариант. Нюд — это что? Это когда в цвете много белого, зеленого, постельный оттенок. Да. Соответственно, акварели – это может быть как светлый вариант, как яркий вариант, но это с сильным разбавлением жидкости, или это техника нанесения, когда пигменты вносятся в кожу немного. Соответственно, акварелька у нас что дает? Нужно обязательно смотреть, обращать больше внимания на цвет своих природных губ. Соответственно, если мы в свой цвет природных губ будем вносить не так много пигмента акварельно, то у нас автоматически цвет природных губ будет добавляться к нашему цвету, который мы вносим. То есть это если был какой-то некий вот такой вот, но у нас, допустим, ну не знаю, там очень яркий такой коричневый оттенок на губах, такие вот бывают, вот фиолетовые с коричневыми, уже больше клиенты. Этнических групп, соответственно, ну, это будет более сильное искажение. Девочки белоснежные, губы у которых там легкого голубого оттенка, бывают прям почти белые губы, такие бесцветные. Соответственно, они искажают очень мало. То есть, какой взяли цвет, ну, чуть-чуть понизили его по температуре, вот такой же будет и заживший. Легко прогнозировать, читать, я имею в виду, и когда клиент просит у вас тот или иной оттенок, соответственно, вы обязательно в первую очередь смотрите на то, что, с чем человек пришел, с какими губами, с каким запросом. Либо это акварель, либо это все-таки более яркий вариант. И уже исходя из этого выбираете цвет. То есть, для, еще раз говорю, для девочек, у которых не сильно темные губы, не сильно какие-то очень холодные губы, то прям вот конкретно взяли карандаш, посмотрели, какая у вас из... какой оттенок больше подходит, и им работаете. Чем плотнее мы укладываем, тем, соответственно, здесь не как на бровях холоднее, здесь, соответственно, этого цвета во флаконе получается превалирует больше. Ну, то есть ваши природные губы уже меньше влияют на оттенок, который вы выбрали. Меньше искажает его. Как выбрать оттенки, подобрать по цветотипу? Ну, я для себя так определила, что все-таки здесь запрос тоже имеет большую роль. Если девочка независимо от того, какой она внешность, хочет яркие губы, но это просто странно, если вы ей по вашему пожеланию нанесете какой-то там нюдовый оттенок. Все-таки надо прислушиваться, если человек пришел к вам яркий, ярко красится, там, с яркими тенями, с нарощенными ресницами. Ей ваш нюдовый вариант – это просто деньги, выброшенные на ветер. И вы, как это, энергетику свою не надо вот тратить лишнюю. Просто берете яркие цвета и наносите ей яркие, и все довольны. Вы и клиент ваш. У меня недавно была возрастная женщина, то есть мы начали с тотчас нас, а закончили, как это, за упокой. Потому что, как бы, изначально предлагала ей для седовласых женщин что-то светлое и нежное, тем более у нее там кисетные морщинки уже вовсю до линии смыкания губ дошли. Но она выбрала вот красный бархат в чистом виде и в помадном прокрасе. Ну и что? И человек очень доволен, она мне несколько раз уже позвонила, она живет этим, она себя так чувствует, она себя носит в таком цвете, я, правда, не видела, если честно. Буквально, вот, по-моему, через неделю, что у нас коррекция будет, могу прислать, что получится, посмотреть, показать, вернее. Вот, поэтому вот у меня все-таки выбор, в первую очередь, я прислушиваюсь к пожеланию клиента. Если брови палитра, мне все равно, что ты пойдешь с рыжим, но я тебе сделаю рыжий на твой серый остаток, потому что так надо, то здесь у меня нет такого категоричного своего мнения. Если человек пришел, говорит, я не знаю, что хочу, ну, что-нибудь, я как бы наводящими вопросами пытаюсь понять, в какую сторону мне двигаться. Если это все-таки светлые варианты, то это первый, второй номер из палитры, они самые ходовые, они как основа идут под более яркие добавки. Начнем, да, начнем с первого номера, нежный поцелуй, его будет больше всего в нашем портфолио работ, на рабочей странице. Он как бы один из самых любимых оттенков мастерами. Если посмотрите, допустим, вот если сравнивать нюд, и это уже не нюд, видно, да? То есть здесь составляющие из более яркой такой красной нотки, она присутствует достаточно активно.
Если мы это будем делать в акварельной технике, это будет очень красивый, натуральный вид детских губ. Ну, таких... У вас не такой? Нет, у меня не такого. Подобно. Пара моё потом. Понятно, да? То есть это достаточно легко вносимый цвет, то есть не надо елозить 150 раз, потому что это все не красится из-за большого количества диоксида титана. Здесь он есть, как и в принципе во всей палитре, и еще раз говорю, и в ровных, и в угных обязательно присутствует. Но тем не менее, это цвет, который можно сделать и очень акварельно, и в то же время он будет смотреться поярче, если его нанести поплотнее, это прям вот хороший такой яркий цвет. Добиться достаточно несложно. Обращаю ваше внимание, как это будет укладываться. Запоминайте, да, как падает, как сверху. Такой, нечто среднее. Не знаете, что брать, вы берите нежный поцелуй и ваяйте. Если клиент никак не определится с пожеланием, не знает, что ему сделать. Но все-таки этот цвет не очень теплый. Соответственно, у кого губы прям свои холодненькие-холодненькие, все-таки этот переходим на второй тогда вариант. Второй. Посмотрели, да? Сейчас я размешаю. Смотрите, какой приятный. От нейтрального до легкого прохладного розового заживает. Но опять же, чем плотнее, тем будет он уже более насыщенный, более такой красно-розовый смотрелся. Вот, в общем, белил не так много в нем. Дальше, если приходят губы более возрастные, более уже синюшные, либо просто по желаниям более таких легкого кораллового оттенка, не кораллового даже, а карамельного оттеночка, то тогда выбирайте второй номер. Он у меня самый ходовой, когда женщина чуть-чуть повозрастнее. Розовый карамель. Он потяжелее, весеннее. Он вот вживую смотрится всегда чистым, красивым, но на фотографиях, как я его не пыталась передать и видео снимала, он все время там с грязным с какими-то оттенками телефон передаю. На самом деле видно, да, что просто теплее такой в легкий персик. Ну, зажучий результат такой. Такой, да, да. Да. Он, ну, они, я говорю, эти цвета, соответственно, такой зажучий результат. Очень много клиенток мне потом после вот этого цвета прям присылали кучу поцелуйчиков. Легко укладывается. Легко укладывается. Пигменты высококонцентрированы. То есть я изначально никакие не разбавляла, потому что раньше там даже спрашивали, а вы разбавляете там тату миксы, там разбавите. Ну, нет, это все в чистом виде, как есть, вот так и есть. Соответственно, да. Вот. По оттенку он очень красивый. Так что обращаю ваше внимание. Для возрастных. Для возрастных, либо для тех, кто, ну, у кого пожелание изначально, чуть-чуть покарамельнее. Вот с таким вот карандашом приходят двое из трех. Вот, ну реально, вот смотрите. Вот два из трех человек вот так вот вынимает розовый карамель. И вот, вот так вот показываешь в оттенке, и вот очень большое количество клиентов тыкают именно на эту баночку. Но когда у меня вышел шестой номер, половина стали тыкать на шестой номер. Дойдем до него, потом расскажу. Вот, так что вот не очень бледные, не очень забеленные, не очень насыщенные. То есть вот у меня, например, у самой есть проблема, я перекрашиваю губы. Остатки у меня вот прям вот... Я сижу, каждый раз себя останавливаю. Я все пытаюсь начать разбавлять пигменты, но я не приучена, я просто забываю разбавлять пигменты разбавителем. Хотя, когда пигменты разбавишь разбавителем, у него интересная фактура появляется. Верхотистый какой-то становится, да. И заживший более легким становится. Вот, так что рекомендую, пробуйте и так, и так, и это получается как просто бы... Просто кому-то нужна эта плотность, а кому-то не кому-то нужна. Кому-то не нужна, да. Вот, когда не нужна, то не вот, проблематичным таким, как я, лучше, конечно, разбавлять. Вот тут концентрируйтесь. Дальше, третий номер. Оттенок такой и вашим, и нашим.
Ягодный нектар. Он очень хорошо подходит девочкам помоложе. У кого нет проблемы с холодными губами, потому что он прохладный розовый цвет, он какой-то легко-малиновый. Видно у него ареолка, вот видите, с легкой такой голубизной. Соответственно, на холодные губы его не надо использовать. Либо смешивайте, либо проходами кто-то делает. Ну, это уже ваша техника, кто как любит делать. И опять же, если наносить этот цвет акварельно, ну, то есть разбавить, допустим, эффект получается как бы добавление легкой гемоглобиновой нотки. То есть просто свои натуральные губы, но чуть более такие вот аппетитно выглядящие, я бы сказала. Ягодный нектар. Он по насыщенности уже чуть более насыщенный, чем первые два. То есть видно, да, все-таки у него плотность достаточно такая. Я люблю его использовать именно вот как акварельчик. Начинает кто-то чего-то думать, как бы и чего, смотрю на слизистую. Смешивать абсолютно все между собой можно, получаем промежуточный вариант. Понятно, это не обсуждается. А вот если как бы чистый вид рассматривать, то все-таки здесь опасения по поводу холодных губ, то есть не надо, видно, что прохладный. Но когда нет проблем именно с холодными губами и плотных как раз, я что-то... Ну, я вообще такой сейчас мастер с большой осторожностью, работающий уже достаточно хорошо. Вот, соответственно, вот я его люблю использовать именно так. Но это не говорит о том, что вы, может быть, вы его как-то по-своему прочитаете и используете. Красный бархат. Он самый яркий в палитре. Самый красный. Аналогичность к использованию. То есть очень красиво смотрится в акварельке. Он в основном из органики. Стоит, не перецветает никуда, также ярко, красиво заживает. Для тех, кто вот любит очень такие яркие оттеночки, но не приемлет другие варианты. И он тоже дает такую гемоглобиновую нотку. Если в легком акварельном варианте наносить, то не бойтесь того, что вот он такой яркий. То есть очень красиво смотрится в варианте акварельки. Ну и вот, ну помада, вот такая будет прям помада, вот реально. Ну, в зависимости, если, конечно, губы очень темные, то я вам советую его зацеплять. Если будут губы такие среднестатистические, более-менее нормальные, то прям вот, вот пожалуйста, кому ярко, те вот прям тыкают. Это чуть-чуть возрастной уже сказала, 150 раз поцеловала. Вишневый. Я его люблю на блондинка. Вот этот цвет. Тоже девочкам молодым. Если девочки возрастные, то он уже такой тяжеловато-хартовым вариантом смотрится. Но опять же, есть любители, тоже наношу очень недолго. Не потому что... Не знаю, почему мне нравится. То есть у него... В отличие от красного бархата, чуть-чуть потеплее. Здесь достаточно много теплой нотки в составе. И вот когда начинаешь его плотно наносить для любителей, появляется не коричневинка, а вот то... Вот, коричневинка, она обычно вот эта коричневинка все равно немножко снивелируется за счет холодности, да, и он просто получается более тяжелый цвет такой. А когда наносишь его девчонку молодым, вот прям блондинку нанеси, вот будет шикарно смотреть для тех, кому надо все-таки поярче. Не удобно, нет. А возрастных наносишь, не ждать? Ну, он даже вот сюда куда-то пойдет. Ну здесь, если просто брать вишню, вот вишня, да, вишневую, здесь просто добавлен корректор, чтобы это все-таки фиолетовый не уходило. Поэтому это все-таки безопасная формула.
в оттенке. Но опять же говорю, если это будет какой-то фиолетовый темный вариант, такой вот губы, у меня прям в этом новом телефоне есть, я вам покажу, клиентка пришла, она вообще русская, но у нее вот губы прям этнические, настолько они темно-коричневые, вот с этим ободком, вот коричневым. Смотришь и думаешь, ну какой пигмент, ну что я ей разве предложу из первого и второго номера, что это из этого получится? Ничего, то есть нужно в любом случае более концентрированно. Но опять же от того, что она уже с темными губами, да, что-то нужно прицеплять. Что сделали? Моей памяти? Я вот не помню. Сделали? Ну а что ты из этого? Разницу видно, да? Вот это все будет потеплее. И если уж выбирать из этих двух, посмотрим опять на более коричневый оттенок губ или на какой-то более темный, все-таки вишневый лучше выбрать. Но опять же, если человек, ну, нет у него пожелания именно такого цвета, вы можете достроить из более светлого. А, я что-то из этих добавляла, чтобы посветлялось, потому что коричневый вот этот темный, она не очень хотела темный. То есть я ей все-таки там. Пыльные розы — это последний цвет, который создан в палитре, создан с пожеланием клиентов. И также прям на ура пошел по пожеланиям, вернее, мастеров, и пошел на клиентов. Я вызвала пыльные розы, чтобы не заморачиваться, чтобы понимать, какой оттенок в принципе просит. Если вы откроете интернет и посмотрите оттенок пыльной розы, он все-таки создан более теплой гамме. Больше вот этот по факту похож на пыльную розу. Но у нас клиенты, когда называют пыльные розы, они все подразумевают вот этот цвет. Поэтому ну, какая-то несостыковка есть, но зато есть больше понимания с клиентами, с мастерами, когда выбирают цвет. Это самый цвет постельный оттенок, то есть в нем больше белил, чем в любом из всех. Здесь прям видно, да, вот посмотрите, полупрозрачная такая водичка, да, то есть вот, он самый легкий, он вроде концентрированный, но он все равно легкий. То есть вот акварельные варианты для него отличны. В этом чуть побольше плотности, но опять же акварельно тоже хорошо смотрится. Этот цвет, я еще раз говорю, для молодых. Тут уже белил побольше, но все равно это цвета, в составе которых есть яркие нотки. А этот цвет вот как раз для медовых работ. Но в укладке его не надо делать. Попробуй его посмотришь, потому что, опять же, тоже клиенты и мастера, которые брали, говорили, очень неожиданно быстро уложился пигмент. То есть обычно берешь, когда такие цвета, вот как ты называешь, катал, и получается плотно диоксидовая титановская работа. Если все равно присутствует яркая нотка, она сильного акцента не дает, но в укладке она помогает именно дать ту яркость, с помощью которой потом легче укладывается. Вот если сравнить, вот как бы, да, видно, что более постельный, более светло-розовый, здесь такой яркой нотки побольше. Но вот этот цвет предпочтения тоже. Первый? Хорошо, когда есть выбор. Вот я еще раз говорю, когда я доставала, в основном клиенты выбирают розовую крему чаще. И вообще вот так клиентам, вот так вот пигменты никогда не показывают. Ну, и вы покажите мне, что вы хотите получить. Покажите мне фотографию, скажите мне, как украсить помаду вашу. А я уже дальше буду сама выстраиваться, как оттенок получить такой на ваших губах. Потому что они не понимают, если начинаешь показывать, если еще они увидят, что ты притеплила этот оттенок, то он смотрит. Не, показывать чужим не надо. У них шок будет. Я показываю, но я когда начинаю в работе использовать, то я смотрю, губы холодные, она выбрала нежный поцелуй, я все равно капаю розовый. Я обычно не смешиваю, я обычно в отдельном капсе, и я просто достраиваю цвет на губах уже. Нет, так она и получит то, что она тыкает. Да, какая разница, как я это сделала? Про корректора. У нас отличный вариант, да, чтобы все не простаивало, и не то, что не простаивало, а чтобы это все увеличило у нас в разы палитру. Да. Мы знаем, что
я вам про насыщенность не просто так сейчас сказала, еще раз повторила. Пигменты высокопигментированные, такие как корректоры, их нельзя много добавлять. То есть они сильно искажают нашу основу из губной палитры. То есть мы попросили у вас какой-то терракотовый, ну, с терракотовой ноткой, да, это бывает часто. То есть я сюда сейчас по одной капельке капала. Я сейчас капну терракотовый корректор тоже, но я не могу четверть капли капнуть. Но вы должны понимать, что просто сейчас вы увидите, насколько идет трансформация цвета, в какую сторону. Естественно, вы когда будете создавать этот оттенок в капсе, вы там на всю, на весь объем капсы капнете там одну, допустим, капельку, если либо на зубочистку, ну, либо каким-то там образом. Ну, чтобы, допустим... Просто отсюда добавлять капсу. Да, можно, да, так все. Умные мысли. Ну вот не хватает нам теплинки, да, вот человек попросил какой-то карамельный, говорит, это персиковое, я хочу там более такой, если она вот уже мешает, да. И вуаля, да? Угу. Приятный оттенок, приятный, имеет место быть, зачем 150 цветов таких там спать, которые используешь. Все, он получился более такой, более коралловый. Если, допустим, более прохладный добавить, ну, пришли с прохладными губами, а взяли нежный поцелуй, и смотрите, ложится холодно, может такой вот легкой перетовинкой отдавать, немножко неприятно. Взяли вот, либо терракот, блин, давайте, ну ладно, давайте оранжевый капнуть, господи, понимаете, да? Тут какая-то верчу, кручу, обмануть хочу. Ну, то есть оранжевый корректор имеет место быть. Чуть-чуть увеличили по температуре. Прям вот чуть-чуть приподняли. Оттенок не поменялся. А за счет того, что губы прохладные, ложится у вас первый проход прохладный. Ну, взяли отдельно капсулу, развели одну капельку и добавили, допустим, 3-4 капли разбавителя, просто чтобы, ну, не усугубить ситуацию, чтобы они в оранжевом не ушли. Немножко разбавили, сделали легкий проход, и потом опять же этим нежным поцелуем дадим. Все, оттенок другой, ну, в то же время тот же. Все получили. Желтый я никуда не добавляла, но, говорю, есть мастера, у которых есть опыт добавления. Опять же, берем, да, ну, немножко прохладный, а все равно хочется. Между слоями можно также положить этого оранжевого. Класс. Вообще, вся прохлада с оттенка ушла. А остался цвет, он не искаженный оттенок. Все супер. Ну, в этот, не знаю, вот как раз терракотовый, наверное, на этот цвет хорошо пойдет. Когда любят. В общем, играться можно два этих во все что угодно. Кстати, сейчас вот сюда если налить, ну, интересно. Давайте прогнозируем, какой получится. Ну, я не знаю, кому идет персиковый цвет на губах. Мне кажется, он какой-то неестественный, странный, неприродный. Но, честно говоря, мне особо никто никогда не просил. Чуть-чуть я перелила желтую. Вот персики. Так задумайте, как я вас. Вот, я не знаю, какой-то еще цвет создавать, вот с коричневинкой просит, но такой вот бабский хардовый с коричневинкой цвет, ну, все создает. Да, мы все понимаем мастера, что такой цвет лучше не иметь в палитре и не предлагать клиентам. Поэтому что-то была какая-то мысль по пожеланию, пожалуйста, взять, ну, немножко осталось. А вот легкое затепление можно дать любым из корректоров, и будет такой вариант, который, в принципе, уже носибельно хорошо. Ну и вам не стыдно будет через год за свою работу.
Вишню тоже можно добавить. Терракоту, оранжевую. Вишню, кашпорт. Какой? Коричневинка, да? Какую-то просит иногда. Ну, сочетание, я говорю, может быть абсолютно любым. То есть вы же уже по пробу знаете, что добавить, что получится. И именно хорошо сочетается за счет изначальной основы, основы миксов, плюс вот корректор, то, что они именно такие по своей сути. Еще раз говорю, обращаю ваше внимание, только много не кладите. Чуть-чуть. Всем здравствуйте. Смотрит нас кто-нибудь? Да? Всем привет из Казани. Там есть какие-нибудь вопросы, прочитаем? Нет? Ну, все вопросы в личку, как обычно. Вот. Ну, в общем, вот такой обзор по губной палитре. 5 человек. Не сильно замысловатый, но в то же время здесь тот, кто с вами посмотрели, какая основа. Знаете, по количеству диоксида цитана, какой стоит. И все-таки красный бархат легкий по фактуре. Нету там такого большого количества диоксида цитана. То есть вы сделали яркую работу, но в то же время замазка не будет. Все равно это будет достаточно такой вариант. Ну, придет моя девочка возрастная, я выношу. Посмотреть. Так, у нас остался по технике блок по коже. Сразу начнем. Пенсию отдыхали. Умеешь включать? Хорошего дня всем. Да, можно закопать, но правда они уже перенесли.